В этой стране в чуланах найдешь больше картин, чем на стенах. Замок в двери не был взломан. Похоже, что тот же самый почерк. Коллекционеры не декларируют самые ценные приобретения. Точно. Пришлось бы платить большие налоги. 790 тысяч. Продано. Не декларируют, но провозят. Судя по всему, убийца человек хладнокровный и педантичный. Все преступления были совершены именно в этом районе. Да там полно коллекционеров, антикваров, богачей. Я вынуждена попросить вас осмотреть дом вашей дочери. Может быть, чего-то не хватает? Из дома что-то пропало? Полагаю, вам известно, что Гойя создал свой цикл афортов Капричос в 1799 году. Значит, речь идет о бесчисленном множестве оттисков. Не бесчисленном. Страховщики, архитекторы, дизайнеры. Выходит, все, кому не лень. Но это хоть какая-то зацепка. Ты оптимистка, Эва. Ты знаешь, что я не согласна. А если он еще кого-то убьет, пока мы бегаем за минивэнами? Ладно, ладно, твои идеи. Ты слышала, что сказал комиссар? Он был на принципе де Вергара, дом 8. И, как всегда, прошу вас соблюдать тайну следствия. Если нет подозреваемого, мы его не придумаем. Что за спешка? Убийство в стиле Гойи.